6-метровый забор по периметру, и кажется, что нет мира вокруг. Это новый следственный изолятор в Молодежном. Город для тех, кто приступил закон. 12 гектаров, если не строгого, то уж точно особенного режима. Этот изолятор – проект экспериментальный. Таких сегодня по всей России всего 10. Евростандарт для заключенных. Двухместные камеры были бы похожи на гостиничные номера, если бы не решетки на окнах и мебель из железа. Кровати очень плотно приделаны, вмонтированы в пол. То есть это все-таки все сделано для того, чтобы не было возможности впоследствии нарушать порядок содержания, причинять вред имуществу. Ну и самому себе вред не причинять. Это самое главное. В камерах будет телевизор, холодильник, отдельный туалет. Предполагается, что здесь будут проводить время не осужденные, а те, кто получил меру пресечения до суда. В соседнем блоке за двойными решетками апартаменты строгого режима, карцеры для нарушителей внутреннего распорядка и осужденных на пожизненный срок. Здесь они будут ждать вступления приговора в законную силу и перевода в колонию. Одиночки и откидные кровати. В 6 утра ее поднимают, и до 10 вечера заключенный будет находиться на ногах или сидеть на табурете. Можно будет читать. Для пребывающих в карцере в день предусмотрен час прогулок. Для всех остальных два в прогулочных двориках. Здесь тоже евростандарт комфорта. Здесь будет стоять палочки, сейчас пока нет, удобренные для того, чтобы он мог сидеть во время прогулки. Это от непогоды проблемы его защищает. Там сотрудник сверху несет службу, то есть он наблюдает за тем, как проходит его прогулка. В СИЗО будут содержаться и мужчины, и женщины, и дети. В этом прогулочном дворике будут играть дети женщин-подследственных. Здесь постелят газон, установят игровой городок. Встречаться друг с другом постояльцы СИЗО не будут. Не будут и выходить на улицу. Блоки связывают галереи с коридорами, разделенными сплошной стеной, чтобы проводить заключенных по одному. Изолятор станет рекордсменом по камерам в камерах. Система видеонаблюдения тотальная. В кадре постоянно будут держаться все помещения СИЗО, кроме туалетов. С подследственными будут работать врачи и психологи. Здесь даже есть мягкая комната для тех, с кем случился нервный припадок. К слову, перевоспитание есть главная цель исправительной системы. Сегодня здесь осужденные строят, штукатурят, красят. У меня не было образования, ничего. Но находясь здесь, в местах лишения свободы, я, естественно, приобрел образование, выучился на мастера общестроительных работ. Ну, то есть по всему, вот, что на сегодняшний день производится, который работает здесь, у меня, то есть имеется специальность. Объект должен быть сдан до конца года. СИЗО рассчитан на 500 человек. К слову, этот городок в техническом плане будет автономным. Европейские условия для российских уголовников обошлись в 2,5 миллиарда рублей. Елена Крылова, Станислав Колчинаев, «Вести», Хакасия.